Это важно знать. Приятно начинать со слова, означающего согласие. Да. Oui. Oui. Сказав «да», мы должны научиться говорить «нет». Тот, кто слушает, поймет, у нас «нет» — это «нет». Ну. Ну. Мы научились говорить «да» и «нет». Пришло время обращаться с просьбой или вопросом. Пожалуйста. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Если наша просьба выполнена, мы захотим поблагодарить и скажем «спасибо». Merci. Merci. Можно высказать большую благодарность. Большое спасибо. Merci beaucoup. Merci beaucoup. А также. Merci bien. Merci bien. Обычно в ответ на благодарность мы слышим слова «на здоровье» или «не за что». De rien. De rien. А теперь соединим знакомые слова. Да, пожалуйста. Oui, merci. Oui, merci. Или нет, спасибо. Non, merci. Non, merci. Извините, это интересное слово. Часто оно произносится в знак извинения или желания попросить что-то. Например, извините, пожалуйста, но вы наступили мне на ногу. Извините. Excusez-moi. Excusez-moi. А также. Pardon. Pardon. Вместо «извините» можно воспользоваться словами «прошу прощения». Если мы, скажем, толкнули человека, «прошу прощения». Pardon. Pardon. В случае, когда надо кратко извиниться, говорим «простите». Простите. Je regrette. Je regrette. Если все в порядке, говорим «нормально». Ce n'est rien. Ce n'est rien. Переходим к формам приветствия и прощания. Первое слово, которое мы произносим при встрече – «привет». Bonjour. Bonjour. А также «salut». Salut. А при прощании самым нейтральным словом будет «до свидания». До свидания. Au revoir. Au revoir. Иногда мы действительно планируем вскоре встретиться. Тогда можно сказать «пока». À bientôt. À bientôt. В любом языке есть выражение для встреч в разное время суток. Утром мы приветствуем так. Доброе утро. Bonjour. Bonjour. Если мы встретились в дневные часы, приветствуем так. Добрый день. Bon après-midi. Bon après-midi. Если встреча произошла вечером, говорим «добрый вечер». Bonsoir. Bonsoir. А также «bonne soirée». Bonne soirée. А расставаясь поздно вечером, желаем собеседнику спокойной ночи. Bonne nuit. Bonne nuit. Мы выспались и готовы начать новый день. И даже встретить гостей. Гостям принято говорить. Рады вас видеть. Добро пожаловать. Bienvenue. Bienvenue.
при встрече принято не только поздороваться, но и задать какой-нибудь вежливый вопрос. Как дела? Что нового? Que devenez-vous? Que devenez-vous? Как самочувствие? Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? Можно спросить также, как дела? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Если вы встретились не с членом семьи, а с посторонним человеком, скажите «Спасибо, хорошо». Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. У меня все хорошо. А у вас? Chez moi, tout va bien. Et chez vous? Chez moi, tout va bien. Et chez vous? Если встреча была интересной, и вы хорошо провели время, скажите «Было очень приятно». C'était très agréable. C'était très agréable. А теперь научимся говорить «с удовольствием». На приглашение куда-либо всегда можно ответить «с удовольствием». Le plaisir est pour moi. Le plaisir est pour moi. Еще одна формула вежливости, чтобы пожелать человеку чего-то, скажите «Я вам желаю». Je vous souhaite. Je vous souhaite. Пожелать можно разного. К словам «Я вам желаю» можно добавить «успеха». Bonne chance. Bonne chance. К словам «я вам желаю» можно добавить также «здоровье» и «счастье». Beaucoup de bonheur et une bonne santé. Beaucoup de bonheur et une bonne santé. Перед праздником добавим «счастливого праздника». Une bonne fête. Une bonne fête. И, конечно, «счастливого нового года». Une bonne année. Une bonne année. Если человек уезжает, добавим «счастливого пути». Bon voyage. Bon voyage. Ты сегодня именинник? Тогда с днем рождения! Un joyeux anniversaire. Отмечаешь годовщину? Приятного события, скажем, с годовщиной. Un joyeux anniversaire de mariage. Желая хорошо провести день, говорят «счастливого дня». Un bon séjour. Или можно «приятного дня». Une bonne journée. Une bonne journée. К этому можно добавить «всего хорошего». Bien des choses. Bien des choses.